Подмосковье стало первым регионом страны, в котором действует многоступенчатая система контроля школьного питания. Губернатор Андрей Воробьев поручил муниципалитетам в конце каждой учебной четверти проводить опросы о качестве еды в школах. В Одинцовском округе голосование среди обучающихся провели в конце 2021 года. Школьники в специальных бюллетенях смогли отметить, нравится им питаться в столовой или нет. Заместитель главы администрации муниципалитета Олег Дмитриев сообщил, что около 80% ребят дали положительную оценку. Результаты опросов будут обязательно учтены в дальнейшей работе по организации питания в школах.